Всем привет, ребята! Вы на канале Rexon Game. И да, многие уже подумали, интересно, какие мы тайны постараемся сегодня узнать. К сожалению, никакие. Ну, только сегодня. Потому что я вас познакомлю, что происходит с Привет, сосед, чтобы вы были в курсе дела. И да, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы начинаем. Давайте-ка же узнаем, что произошло с соседом. Когда сосед попал в ДТП, об этом говорить нечего, потому что мы и так знаем, что произошло. А вот мы когда ходим на улице, мы видим кучу листовок, то, что дети пропали. На самом деле, они никуда не собирались убегать и прятаться. На самом деле, мы видим, как сосед хорошо паркуется. Мы увидим то, что он явно куда-то спешил. И мы не знаем, что произошло в доме, пока мы не подходим к его дому и не слышим крики. Да, сосед кого-то запер в подвале. И уже 100% что-то Арен. Это сын соседа. Ну вот все-таки что произошло с Мией? У некоторых новичков, наверное, уже созрел вопрос, а есть ли у них имена и какие они? Да, они у них есть. Я вам сейчас их скажу. Отец – Теодор Питерсон. Жена – Диана Питерсон. Сестра, либо же дочка – это Мия Питерсон. А сын – Аарон Питерсон. Да, Питерсон – это фамилия вроде, я точно уже не помню. Но вот и все их имена. Да, нас интересуют вопросы по разным персонажам, но это уже в последующих выпусках, только если у меня будет информация про них. Но могу я сказать про Арена? Да, когда его заперли в подвале, его больше не видели. У вас есть вопрос, а он проявлялся вообще в игре? Да, и немало раз. Он появлялся и в обычной игре, и в Hello Guest, а также появлялся в Hello Neighbor 2 демо. И он же ворон, но об этом в последующих выпусках.